27 мая православные отпразднуют Троицу. Сейчас городские власти готовятся к предшествующей празднику родительской субботе. 26 и 27 мая с 7 утра и до 7 вечера в Чебоксарах будет ограничено движение по улице Богдана Хмельницкого от перекрестка с улицей Фучика и по Алаторскому шоссе до железнодорожного переезда у трассы М7. На маршрутах общественного транспорта, которые следуют до городских кладбищ, задействуют дополнительные автобусы. На территории 18 кладбищ завершается работа по уборке и вывозу мусора старой травы, листвы и веток, санитарной уборке аварийных ветровальных деревьев, подметанию и уборке пешеходных дорожек и тропинок. Для обеспечения безопасности специальные службы будут работать в усиленном режиме.